Всем привет! Всем привет! Мы с Мелиссой сейчас идем в магазин за новыми плавательными очками. Да. У Мелиссы через 2 дня состоятся соревнования в Молдове по плаванию. И Мелиссе ко всему набору, который мы должны собрать, не хватает плавательные очки. У Мелиссы есть несколько пар очков, но они старые. Пойдем. И сейчас хочу зайти в несколько магазинов. В первый магазин мы пойдем в 5 карманов, потому что я там видела такие крутые стильные очки, причем моднявые такие. Да, я тоже видела. Зайдем, посмотрим, и если там для взрослых, если там не подойдет что-то, то пойдем уже в другой магазин. А сейчас отправляемся в 5 карманов. Тебе не холодно? Нет. У нас лето, на улице жарко. Но слегка ветерок дует. Встань возле цветочков. А, классно, классно. Пахнут цветочки? Что нам остается? Купим очки, и нам остается купить вкусняшки. У нас есть список, что нам надо купить. Уже будем через 2 дня. Уже завтра? Получается, завтра мы будем собирать рюкзак на бассейн. Молдову. Так, пошли. Вот я вижу. Ух ты, какие крутые держачки упали. А вот такие еще есть ветра. Еще такие, да. Давай мы сейчас выберем, примеришь? Ой, у меня все желтые. А на глазках удобно? Да, но только где-то немножечко... Или маленькие? Ну, чуть-чуть маленькие. Вот эти два примерим. Сейчас эти поменяем. Нормально? Да. Нашли мы подходящие очки. Тут снимается вот эта штучка. Ладно, берем их? Да. Тут еще коробочка. А в коробочке еще чехол. Да. Берем? Да. Складывай. Купили мы Мелисске очки и купили еще зубную пасту черную. Покажи, какая. Но здесь тюбик закрыт, поэтому вот. Не получится разглядеть. А так черная зубная паста. Будем чистить зубы черной пастой. И очки купили подходящие. Несколько пар мы мерили. И все были не подходящие, а последние мы взяли, и на Мелиссу как будто они Мелиссаны. И размер зафиксирован, и стеклышки хорошо держатся. В общем, отличная покупка. И сейчас мы отправляемся еще в другой магазин. У нас есть один магазин в Тирасполе, в который я один раз всего лишь ходила. Мы с тобой ходили один раз. Это было, кажется, в прошлом году, да? Да. Да. А сейчас хотим пойти посмотреть, что там есть, какие цены, и, может быть, что-нибудь купим. Вот такие арки с цветами находятся по всей центральной улице Тирасполя. По улице 25 октября. Осенью цветы убирают, когда становится холодно, и ставят елочки, елочные ветки. Все это украшается и поднимается настроение. А у тебя настроение есть? Есть. К соревнованиям готова? Да. Будем собирать сумку или рюкзак. Кстати, сейчас посмотрим, если рюкзак какой-нибудь найдем. Красивый, большой, объемный, вместимый, вместительный, то мы его купим и будем его тебе приготавливать на соревнования. Потому что у Мелиссы целый список того, что нужно взять с собой. Жарко? Да, жарко. Жарко. А то мы идем, у нас то солнце, то тенек. Мы пришли. Классно погуляли. Какая у тебя блузочка или футболочка? Или что это такое? Ну, типа как футболка. То, что еще... надо. Да, еще даже. То, что надо. Кстати, подходит под погоду, которая у нас сейчас. У нас очень душно, и временами небольшой ветерок есть.
Так, вот вход в магазин, в который мы идем. Мы здесь были один раз, да? Да. У нас сейчас основная цель, если найдем рюкзак какой-то, рюкзак для плавания, тогда мы его купим. Потому что у Мелисы есть сумка, но хочется что-нибудь на следующий год взять такое побольше. Тут так все празднично. Поднимаемся на второй этаж. Рай для Мелисы. Там рюкзаки школьные. Мы нашли рюкзаки, но они школьные. Нам нужен такой рюкзак, который будет для бассейна. Там не только школьный, там еще один школьный. Идем посмотрим. Ну, поворачивайся. Ну, не знаю, мне не нравится Мелисса. Ну, там еще есть один, еще один. Вот сразу. Ну, он такой же. Он такой же. Там больше зелени. Нет, он такой же. Ну что, подумала? Сделала я лямки поменьше, Мелисса одела его еще раз, но один еще раз. И сказала, не знает. Подумает, сомневается, брать его или нет. На соревнования ты, естественно, поедешь с большим, потому что у тебя здесь все не поместится. Но каждый день ходить на плавание, вот, мне кажется, это самое то. Но ты подумай, пока я еще вещи посмотрю. Купили мы Мелисский рюкзак для бассейна. Мелисса у нас спортсменка. И мне понравился рюкзак, знаешь, чем? Тем, что он резиновый. Ты будешь вести вещи, когда после плавания. Вещи не будут промокать. Потому что обычно у Мелиссы сумка есть специальная для плавания. И Мелисса идет, у нее вся спина мокрая, сумка находится сзади. На одно плечо Мелисса носит. И купальник, полотенце, все это влажное. Пока Мелисса доезжает до дома, она вся мокрая, вся спина. В общем, все от купальника передается на Мелиссу. Повернись. Купили рюкзак, купили очки для плавания. И спортсменка готова к соревнованиям. Нам осталось собрать список, все, что нам необходимо. Но это, я думаю, уже завтра будем собирать, потому что послезавтра, получается, Мелиссе надо на бассейн. Ну все, погнали домой. Мы проходим счастливый мир, и Мелисса заметила... Что Мелисса заметила? Тут картинки новые. Обновились картинки. Стиль магазина обновился. Здесь такие были выгоревшие старые раньше картинки. А сделали все по-новенькому. У тебя завтра танцы, да? Завтра танцы и бассейн. А уже послезавтра ты поедешь на соревнования. Знаешь, во сколько ты поедешь? Да. Во сколько? В 6 утра. Да, в 6 утра тебе уже надо быть возле бассейна. 6 утра Мелисса уже будет возле бассейна. Но радует то, что в Кишиневе, куда вы едете на бассейн, что там очень быстро все заканчивается. То есть часов в 12, в пол первого вы будете уже в Тирасполе. И послезавтра я с тобой поехать не смогу. С тобой поедет бабушка. А уже суббота и воскресенье я поеду с тобой. И, может быть, сниму на видео, как Мелисса уезжает, как Мелисса приезжает. Как в прошлый раз. Угу. С рюкзаком удобно? Да. А мы сейчас проходим мимо 9-й школы. Ляпота какая! Проходим мимо 9-й школы и думала, может быть, вечером пойдем погулять с Бася, но все-таки не решаюсь, потому что у нас Бася любит активно гулять, она, бегает. Да, бегает быстрее домой.
Да, мы выходим погулять. Вася начинает радоваться поначалу, потом начинает бежать. Быстрее погулять, чтобы быстрее побежать домой. И даже не знаю, как Васю приучить помедленнее гулять. Она у нас не ходит, она у нас в основном всегда бежит. Ну что, будем прощаться? Будем прощаться, и уже завтра покажу, как мы будем собирать вещи на соревнования. Ну, у нас и вещи, и всякие другие разные прибамбасы. Назовем их так. А, мы еще должны будем пойти в магазин и купить какие-то вкусняшки, потому что в 6 утра Мелисса уже будет на бассейне. До этого надо будет покушать. А еще до этого... Ну, Мелисса обычно не кушает так рано. А надо будет встать позавтракать. А потом, когда уже будешь в автобусе, уже надо будет с собой взять бутылку воды и какие-нибудь вкусняшки. Пачку мы печенья купили. Что-нибудь еще нужно будет купить? Мы купили пачку печенья и салфетки. И салфетки. Мелисса в путешествие. Почти в путешествие. С вами мы прощаемся. Всем пока-пока. Пока-пока.